В эфире телеканала ННТ «Новости Дагестана». В студии Факира Рамазанова. Здравствуйте. И в начале короткий анонс. Деньги пыли не боятся. Карьеры в селе Комсомольское приносят не только доход, но и массу проблем местной экологии. Подробности через минуту. Одна земля, одна база. Все сельхозугодия республики соберут в единый федеральный реестр данных. Внимание, запрещенка! О том, какие продукты благодаря Россельхознадзору не попадут на прилавки дагестанских магазинов, расскажем в выпуске. 180 вольников из 11 столичных спортшкол. О первенстве Махачкалы среди молодежи до 23 лет смотрите в спортивном блоке новостей. В Дагестане начали выплачивать долги по зарплате. Напомним, что суммарная задолженность на 1 февраля текущего года составляла почти 165 миллионов рублей. К 1 марта она уменьшилась в 8 раз и составила 20 миллионов. Деньги на погашение уже направлены правительством региона в республиканские учреждения, сообщает пресс-служба Кабмина. Следует отметить, что наибольший объем долга сложился в сфере образования республики. Это почти 159 миллионов рублей. Пыль да туман и грохот техники. Карьерный бум в селе Комсомольское приносит массу неудобств местным жителям, не говоря уже о вреде здоровью. Ситуация из года в год только усугубляется. Наша съемочная группа ознакомилась с проблемой на месте. В продолжение темы сюжет Карима Гамаева. Уже только заезжая в поселок, дышать становится трудно. Масштабы и количество карьеров в поселке Комсомольское Кизилюртовского района буквально поражают. Они намного больше, чем сам поселок. Люди уже много лет пытаются бороться с этой проблемой, но пока безуспешно. Шум техники, море пыли и полный дискомфорт в жизни местных жителей. Такое положение дел в селе Комсомольское продолжается более 15 лет. Официально, я вот официально, то, что у меня бумага есть, я уже 15 лет об этом пишу, говорю, вот это рассказываю. 15 лет. Есть человек, который 25 лет уже этим занимается. И никаких продвижений. Вообще никаких продвижений. Я не знаю, вот за год они умудрились это выкопать. Ну, мы понимаем, да, карьеры нужны, конечно. Но это, знаете, это глупо. Допустим, вот эти карьеры, вот огромное количество карьеров, они, я как понял, там 2-3 миллиона, что ли, в год, и то не платят. А вот смотрите, какой ущерб они приносят экологии, людям. Ну это же пустыня, он никогда жизни уже не восстановится. Это они просто и бросят и уйдут, и все. Люди будут, простые люди будут жить в пустыне, вот, и будут дышать пылью, вот, которую ветер будет забирать, и все. Через село ежедневно проезжает от 1,5 до 2 тысяч перегруженных КАМАЗов щебнем. Полное отсутствие санитарных зон. Работы ведутся вплотную к дорогам и домам. Общая площадь карьеров здесь почти 600 гектаров. Уровень запыленности местности завышен в 157 раз. Так почему же все это не служит поводом для серьезных мер со стороны надзорных органов? Этот вопрос, на который не так легко найти ответ и самим проверяющим. Во всяком случае, их объяснение ситуации запутало нас еще больше. Действует постановление 336. Проводить контрольно-надзорные мероприятия мы не можем. Это только по согласованию с разрешением прокуратуры. Вот смотря на вот это, вот, я могу дать оценку. Да, отходы здесь лежать не должны. Надо определиться с этой землей, узнать, кому она принадлежит. И после этого мы уже какие-то меры примем. Мы позапрошлом году с Рустамом, который присутствует здесь, выезжали. В прошлом году выезжали. Выезжали по требованию прокуратуры, пригласили нас, как специалистов с Минприроды. Мы провели осмотр. Было написано заключение, которое передано было в прокуратуру. Прокуратура направила иски в городскую администрацию. И те места, где были выявлены отходы, территории были очищены. Но, как утверждают активисты Народного фронта, они тут были и год назад. Картина стала даже хуже. И район находится буквально на грани экологической катастрофы. Уникальные аллювиальные луга здесь раньше были. Интразональные ландшафты – это не характерные для региона. Это колоричные. Здесь уникальный набор животных. Естественно, работа карьеров негативно сказывается на популяции редких видов животных. Здесь
из факторов негативных, ну, шумовой фактор, который воздействует на местное население, и это очень серьезный фактор беспокойства для животных, для птиц и для млекопитающих. Ну, о пыли здесь и говорить, наверное, не стоит. Пришли, проверили, вынесли предписание и ушли. Самое странное, на работе карьеров это никоим образом не сказывается. Тот случай, когда все знают или, по крайней мере, догадываются, но не говорят вслух. И пока это так, здесь будут копать, грузить и вывозить все то, что поднимает пыль, но приносит деньги. Большие деньги. Карим Гамаев, Саид Шагидов, новости ННТ Дагестан. В Дагестане появится карта земель сельхозназначения. В текущем году в 24 регионах России составят федеральную карту-схему с общей базой. Как пояснили в Минимуществе Республики, специалисты устранят все расхождения и неточности по границам земель, а также установят точные площади в разрезе каждого из регионов. Полученные данные выгрузят в единую информационную систему. Так представители профильных министерств и ведомств смогут видеть реальную карту без расхождений. Около 300 тонн зараженных овощей, фруктов и ягод не попадут на прилавки дагестанских магазинов. Ввоз на территорию республики импортной несертифицированной продукции пресек Россельхознадзор по региону. В числе запрещенки оказались салат латука в количестве 180 тонн и около 100 тонн свежих томатов. Во всех перечисленных товарных партиях были обнаружены опасные вредители. Груз направлялся в нашу страну через дагестанскую границу из Азербайджана, Ирана и Турции. Муфтия Дагестана провел доброе мероприятие для старейшин столицы. В рамках программы для них звучали строки священного Корана и нашиды, а известные ученые сделали ряд ценных наставлений. Слово было предоставлено и самим почетным гостям. В завершении встречи каждому участнику преподнесли подарки. Мне сегодня очень приятно, что оказался в таком коллективе, в таком обществе, где рассматривается вопрос о будущем нашей молодежи, о будущем нашего народа. Прекрасно здесь присутствовали все уважаемые люди Дагестана. Самое главное, мы много говорили здесь, наша цель не просто, чтобы наши люди, наши дети, наши внуки, чтобы стали на нас похожими. Этого мало. Они должны нас превзойти. Цель сегодняшнего мероприятия – это вместе с нашими аксакалами, с нашими старейшинами города, люди, у которых есть огромнейший опыт, чтобы они этим опытом поделились с молодежью и сделали такое общее обращение для молодежи нашей республики, для того, чтобы как можно нравы наших людей, особенно молодежи, чтобы они улучшились, иншаллах. И к новостям спорта. В Махачкале прошло первенство города по вольной борьбе среди молодежи до 23 лет. На ковер в спорткомплексе при автодорожном колледже вышли около 180 вольников из 11 столичных спортшкол. Кто в итоге забрал больше всех золотых медалей, знает Курбан Рагимов. Ему слово. Страсти на ковре и трибунах. Больше всего вольников, 33, заявились на вес до 74 килограммов. Здесь лучше других выступил Нигматулла Нигматуллаев. На пути к золоту ему пришлось провести 5 встреч. В финале подопечный Арсланбека Алиева одержал досрочную победу. Такие были трудные, честно сказать. Особенно за выход в полуфинал и полуфинал. В финале вот удалось, альхамдулилля. В финале досрочная. Публика как поддерживала? Да, братья пришли вот. Четко поддержали. Придавало силу это? Конечно. Само собой, конечно, четко. В течение 2 дней на ковер в спорткомплексе при автодорожном колледже вышли около 180 борцов. Помимо 10 комплектов наград, спортсмены оспаривали путевки на первенство Дагестана. Отстаивать честь города во второй половине мая смогут по 6 лучших вольников в каждой весовой категории. Неплохой уровень. Борются мастера спорта, кандидаты в мастера спорта. Вот, 10 весовых категорий. Представлены все сильнейшие спортшколы города. Конкуренция, как обычно, 74 килограмм, 70, 86. Ну, это вот такие у нас весовые категории, где больше всего участников. Касаемо спортшкол, ну, по традиции уже из года в год соперничают. Школа Гамидова,
школа Садулаева, Динамо, школа номер 3, ШВСМ. Ну, фавориты одни и те же практически. Призы для победителей учредил двукратный чемпион Европы, вице-чемпион мира Бузай Ибрагимов. Поддержать известного в прошлом спортсмена пришли его друзья и партнеры по выступлениям за сборную Дагестана. Также церемонию открытия посетил исполняющий обязанности мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов. Ребята очень наши подготовленные, молодежь вот эта, которая поэтому вот сегодня, который выступает. Подготовленные и физически, и технически, намного то, что превосходит, то, что я вижу, например, у нас в России, которые в этих этах, у нас намного лучше это на высоком уровне. Это мои, конечно, старшие друзья, вот Магомедхан Арацилов, который тоже, мы вместе были в сборной Советского Союза. Он сказал, давай, Бузай, если есть возможность, надо помочь, поддержать. Наше время, вот такое трудное время. Жив-здоровы будем поддерживать. В общекомандном зачете первыми стали борцы спортшколы номер 3. В их активе 3 золотые, а также 7 серебряных и 2 бронзовые медали. Они же показали лучшие результаты и по количеству путевок на первенство Дагестана – 16. А вторыми и третьими по итогам соревнований стали вольники из Гамидовской и Садулаевской школы. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. 10 из 20 дагестанские спортсмены отличились на межрегиональном турнире Лига Локо-Дзюдо. Всероссийские соревнования прошли в Каспийске. На татами во Дворце спорта имени Али Алиева вышли около 450 участников. Это юноши и девушки в возрасте от 10 до 13 лет. Хозяева арены показали лучший результат, выиграв 10 из 20 медалей высшей пробы. Победители соревнований представят СКФО на главном этапе лиги в конце года. За яркими поединками следили почетные гости, среди которых был президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик, прибывший в Дагестан с рабочим визитом. Дзюдо – замечательный вид спорта. Ребята, он учит быть сильными, мужественными, умными. Но самое главное, что все взрослые хотят от вас, это то, чтобы вы стали достойными гражданами нашей страны. Страна сегодня испытывает непростые времена, переживает. И она очень надеется на то, что вы вырастете и будете сильными, умными защитниками и будете продвигать дело нашей страны во всем мире. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите новости ННТ также в нашем телеграм-канале. До скорой встречи!